Ага. Привет, Витёк здесь, и я пришел играть в ПАУ. Ну, в общем, это Вэббит. Переводится что-то типа как влипший в паутину, опаутиненный, впаутинившийся, влипший и так далее. А наши перевели ПАУ. Новая игра. Я не знаю, что за игра. Вроде как она очень крутая, очень веселая, милая и страшная в каких-то моментах. И пауков некоторые боятся, но что поделать? Что поделать? Говорят, играть надо. Это просто обзорное видео. Если вдруг вам понравилось, не забудьте поставить лайк и написать комментарий, чтобы я понял, что нужно продолжать тогда игру снимать. Потому что игра не какая-то там одноразовая. Разработчики хотели бы выказать уважение племенам Джаггера, Турбал и Губи-Губи. Спасибо. Ой, я паучок. У вас, чтобы двигаться. О, фига себе, тут какой-то чувак прилетел, смотри, какими, как шевелит-то усами. Ой, я могу... Ой, как я мило прыгаю! Ой, ой-ой-ой, классно. Ладно, пошли к чуваку. Удержите Q, чтобы танцевать. О, ха-ха, я тоже... Ого. Чтобы навести паутину на цель, а затем нажмите пыньк, чтобы прицелиться к цели. Вау! Танцуют все! Вау! Я зацепился. Ноу! Я тоже смогу. Та-т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 а. Так, наведи прицел на точку, удерживайте, чтобы пынч полистить паутину. Теперь наведите прицел на вторую точку и опустите, чтобы пристроить соединение. В смысле, сюда? А, я могу ползать по паутине. О, клево, еще руки могу поднимать. Смотри, я могу им и дригать. Ля, я паук, танцую. О, что это? Уху, полет просто. Прикольно. Hello. Hello. Hello, hello. Это моя жена или что? Что это, что это, что это? Там что, птица? Что там такое? О, боже! Охренеть, гигантская какая! Нажмите Е для стрельбы лазером? Я могу стрелять лазером? Я что за боевой паук ты такой? Нет, мой друг, отдай! Это твой муж? Я что это за паук-то такой, который лазером стрелять умеет? Боже мой, как неудобно стрелять лазером кнопкой Е, я вам так скажу. И трясти. А можно трясти и стрелять, смотри. Я танцую. Я танцую и трясу. Все, ладно. Видимо, лазер это так, прикол. Ты кто? Привет, подруга. А, я девочка. Все-таки это реально моего мужа унесли. А, я думал, это шутка от чатика. Ну это клево, паук Марвел. Сюда надо закрыть это какого? Человека железного, да? Паук железный человек. Я все видел. Мне очень жаль. А ты кто вообще, мотылек, что ли? Эта огромная злющая птица уже долгие годы держит в страхе весь лес под небесным шалашом. Она столько моих родичей съела. Но мне кажется, на твоего друга у нее другие планы. No. У меня сразу какие-то пустые вещи в голову лезут. Но, казалось бы... Шалашник коллекционирует синие камушки. А твой возлюбленный как раз ослепительно синий. Он что, бухал, что ли, много? Чего он ослеп и синий стал? А приходи-ка к моему старому гнезду, у меня есть идея. О, нифига себе, старое гнездо лютое. Этот моток шелка выглядит не очень впечатляюще, но когда-то он был моим домом. Муравьи пришли ко мне со смелой идеей превратить его в воздушный корабль для обороны от врагов. Я еще не согласился, но может быть сейчас нам как раз и нужен такой смелый план. Если ты подсобишь им с постройкой корабля, то сможешь попасть в небесный шалаш и спасти своего парня. Господи, я чувствую уже эти мемы. Витёк спасает своего парня.
Аж до скрипа где-то в каком-то месте. Только тебе, конечно же, понадобится топливо. Я бы обратился за этим к навозным жукам с холма. Каждому путешественнику нужен проводник. Пчела. Вот как раз подойдет. Лучше, чем пчел, небо никто не знает. Да, отличный план. Иди, мой дружочек. Нельзя терять ни минуты. Найди друзей и спаси своего любимого. Хотя можно съесть. Так, а есть карта? А, есть карта. Муравьи внизу. Значит, мне нужно сходить к муравьям, к навозникам и к пчелам. А почему именно сюда ведет? Какие-то стикеры можно еще искать. Ну, пошли к муравьям сходим. Так, как до них дойти? Вижу дырку. Прыгаю в дырку. О, муравей. Здравствуй, товарищ паучок. Я слышал, у тебя есть задачка, с которой могут справиться муравьи. Мы бы с радостью помогли, но все еще разгребаем последствия недавнего набега огненных муравьев. Если у тебя найдется время, нашим работницам... О, работницам. Очень пригодилась бы твоя помощь. А, ну да, я тоже девочка. Поговори с товарищем Карл в отделе Мехмур. Она скажет тебе, что делать. Тоже она. И у меня карта-то есть? Блин, карты нету. Ну ладно, пойдем сюда, посмотрим. Не понял. А. Карл? О, ты Карл? Ты пришла помочь с подъемником? Его сломали во время вторжения. Мне не досталась деталь, которая нужна, чтобы его починить. Если тебе удастся добраться до медной шестеренки на другом конце камеры, мы сможем починить подъемник. Без него нам отсюда не выбраться. Где шестеренка на другом конце? Ух, нифига себе тут! Паркур, пацаны! А! Кипящую жижу нельзя. А! А! Почти! Сейчас. У-ху! Я смог. Кати ее. Ой! Туда. Как ее катить? Может танцевать и катить? А, вот так вот можно с собой ее взять. Е-е-е! Несу. На. Спасибо, товарищ. Я отнесу шестеренку в главную шахту. Просто ставь ее в коробку передач, и все заработает. На тебе в глаз. А, вот она. Тащи. Все, починил. Юху! О, что это такое? Ой, я какую-то червячилу нашел. Музяк такая. Как будто танго танцуем. Тун-тун. Открыть дверь. Что это? Запасной выход, который не открывается. Бластерами? О! Секретная пещера! Куда я попал? Какая-то сеть пещер секретных. Еще одного глиста нашел. Так, а здесь что? То есть есть секретные какие-то стенки? О, это я к этому чуваку вернулся. О, клево, Витек уже секретки находит. А зачем я вниз иду, кстати? Здравствуй, товарищ! Тебя отправил сюда с поверхности товарищ Марк. Отлично. О, это Карл. Чтобы закончить Мехмура, нам нужно проделать гору работы. Давай-ка посмотрим. Жвалы нужно обработать в кузнице. О,
Чтобы его включить, нам нужно сначала залатать трубы. Это нам понадобится и для его подпитки. Осталось прикрепить еще 3 ноги. Мы ждем доставки 2 ног из инженерного отдела. Товарищ, чего ты ждешь? За работу! Прикрепить ноги кому-то. А можно сначала выдернуть их откуда-то? Ну клево, а где на карте они? Я просто карты не умею пользоваться. Я испугался, скримера словил, вот так вот сделал просто. Пойдем внизу посмотрим. А, вот он, этот мехмур. Я его нашел. А где ноги-то? О, это нога, да? Видимо, она. Так. И как ее прикрепить? Чуваки, нога, смотри. Пост приняла. Мы покажем этим огненным муравьям. Готов к труду и обороне. Поехала нога. А ну обратно, обратно я сказал. Но мне украли ногу. Ногу отдай. Не. Ты можешь, говорит, плести паутину. Да я плету, но ты видишь, дичь какая получается. Что такое? Инженер надел, может, там еще 2 ноги. Ой. А! Что это было? Ух, красиво летаю. А вот еще нога. Как ее освободить? Непонятно. Так, ладно. А еще одна нога где? Ладно, вытащить, надо еще понять, как прикреплять. О, какая-то шестеренка. Ее вот сюда надо воткнуть, видимо. Не-не-не-не, стой! Стой, куда ты? Так. Блять! А-а-а! Ой, это тоже нога. Так, шестерня. Куда-то наверх. О. Так. Отпусти. О! Как так порвалась? Нет, стой! Стой! Да что ж ты будешь делать? А что там порвалось-то? Зачем? Шестеренка же пойдет по паутине. Надеюсь. Так, шестерня, иди сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Стоять! Меня тут куда сбрасываешь? Прикольно так лазит. Да наверх ты. О. Да иди сюда! Понаставили рычагов! Направо, я сказал! Давай! Да, держи! Правее! Раскачай! Почти! Есть! Ура! Я справился! Так, а вот теперь надо... А вниз можно? Вниз можно. Все, а теперь ногу надо как-то затащить туда. Да. Подвесить это все дело. По паутине, как по мосту, пройти, держа вот эту ногу. Витек умный, Витек сможет. А я почти донес. Есть контакт. Че, все порвалось-то почему? Ну ладно. Все, поднимаю ногу. Я могу толкать лазером? Че ж ты раньше не сказал? Нет, только не падай.
всего. Ёлки, я тут ее тяну куда-то наверх, и муравью просто отдать надо. Shit happens, ладно. Так, хорошо. Что здесь у нас было? Надо вот эту к этой прикрепить, да? Так, и как ее заставить теперь тянуть вверх? О! О! Фига себе мозг! Ну, как-то совершенно не очевидно, я вам так скажу. По крайней мере, дело, мне не нравится, что здесь совершенно нифига не... Это что это такое? Такая тяжелая, что ли? Что, меня снесло? А как ее поднять-то? Она вообще неподъемная. Застрелить ее, что ли? Давай, пошла вон отсюда. Как ее поднять-то все-таки? Давай, пошли вверх. Так, я пока не понимаю физику в этой игре. Может быть, ее просто зацепить вот за эту штуку? Давай, пошел вон отсюда. О, получилось. Какая-то тяжелая нога. Давай, забирай ее. Ну ее нафиг. Блин, я тут посидел, пока я ее тебе заставил туда залезть. Фух, где она? Вот она. Надо вот этот вот лифт отпускать. Фига себе, я поднялся. Так, и тупо расстреливаем ее, ну нафиг. Нет времени тут паутины какой-то возиться. Ты куда тащишь? Эй, алло! Направо ей надо. О, там кто-то прикрепил ногу. Товарищ Фредди, самая старая жительница муравейника. Она просто доисто-муравьическая. Да я тебя понял, штуку отдай. Мне потом не придется весь муравейник убивать. Нет, не туда! Ну ладно, как вариант. Еее! Фух! Так, а где еще одна нога? Так, где-то здесь, может, еще. О, вот здесь еще налево есть. Ну-ка. Мама. Здесь что-то явно есть. А-а-а! Жижа. Так, вижу пацана, который готов что-то куда-то тащить. Вон она. Вижу ногу. А, ее надо собрать опять. Нужно вот эту куда-то наверх поднять, да? Так, пошла. Я с тобой вместе. Идем, идем, идем. Так. Почти добрались. Сейчас буду снайперский выстрел делать, давай. И еще немного и пам. Хорошо. Это же тяжелая штука, насколько я помню. Дай залезть под тебя.
Так. Пошла вон. А! Блин, на колючку прям. Так, вот этому муравью надо скинуть ее. Пошла! Прям на муравья. Хорошо. Все, я возвращаюсь. А! А! Да что ж ты будешь делать-то? Сгинул в кислоте. Муравьи, где моя нога? А, собственно, все то же самое нужно провернуть, да, как с прошлой. Затаскивал вот на эту. Стой! Так. Да залезь ты наверх! Хорошо. Так скажем, немножко душновато становится, когда такие загадки-то, ё-моё. Сложно выполнимые. Так, челик, а ну-ка слез с моего рубильника. Пошло вон. Иди работай. А! Меня придавило лифтом. Алло. Я на это не рассчитывал, это нечестно. Ну все. Победа. Стоять. Тебе вот сюда. Ура! Я сделал мех-муравья. Твою налево. Я целую серию мех-муравья делал. Ты, говоришь, столько секреток пропустил. Да я слепой, я знаю. По стенкам, если пострелять, можно столько всего интересного найти. Нифига, нету секреток, обманули. Обманули паука на 4 кулака. Я запрещаю вам... В смысле, ходить здесь. Это моя паутина тут. Я буду в ней сидеть. Сплел паутину и сижу. Маяк из паутины челлендж. Это мы еще сделаем. Ладно. Пока остановимся. Я пока приценился к игре. Понял, что это такое. Я готов играть дальше. Мне кажется, чем дальше играешь в эту игру, тем больше понимаешь физику игры, тем веселее становится. Скорее всего, это будет только так. И если вам тоже зашло, интересно было, ну тогда лайки ставьте. В описании ссылочка пока на обзоры, а там, глядишь, и на плейлист. И... как-то так. Спасибо за внимание. Всем танцующий паук!